Упразднить ревизионные комиссии планируют в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты. И вот по информации ведомства, вместо региональных ревизионных комиссий будут образованы территориальные департаменты. Это позволит исключить конфликт интересов. Ну а пока ревкомиссии финансируются из местных бюджетов, говорить об объективности проводимых проверок сложно, отмечают в Высшей аудиторской палате. При этом заверили, что существенная роль местного самоуправления сохранится. Депутаты Маслихата смогут назначать двоих представителей в руководство соответствующего департамента. Глава государства поддержал наши инициативы, наши и правительство инициативы по реализации пакета реформ по дальнейшему развитию системы органов государственного аудита. Они направлены у нас на устранение конфликта интересов, на упрощение многозвенной системы органов госаудита, на повышение эффективности их работы в целом. Эта реформа, она такая достаточно серьезная, поэтому нам надо очень глубоко проработать все вопросы, связанные с организацией деятельности наших территориальных подразделений.